Посмотрите на нас, на наш маршрут. Мы сейчас фактически проезжаем по карнизу грандиозного обрыва. Вот сейчас Хвича покажет, что происходит под нами. Облака, туман. Наверху у нас последняя вершина, и мы вот по этому карнизу обрыва сейчас пытаемся выехать на дорогу. Но дорогу это тоже не назовешь. Но будет сравнительно лучше, чем сейчас. Но сюда стоило приехать. Это альпийская зона. 2300 метров над уровнем моря. Это Имеретия. Это уже практически граница с регионом Санцко-Джавахетия. 20 километров, и мы окажемся уже в совершенно другом регионе. Мы переедем в Абастумане. Из Абастумани мы выйдем на Ахалцехи, Ахалкалаки, а потом спустимся в Боржоми. Вот такой круг у нас, вот такой необычная, такая необычная траектория. Это очень интересный маршрут для туристов-экстремалов. И вообще для людей, которые любят нестандартные туристические маршруты. Вы сейчас, наверное, на своем экране видите вот эту дорогу. Посмотрите. Несмотря на то, что она такая экстремальная, совершенно не страшно по ней ехать. Но если коровам не страшно, тогда и нам тоже не должно быть страшно, я так думаю. Но все-таки. Если коровам... Ну, коров тоже амортизация. Нам нужно будет спуститься вот туда вниз, вот сейчас вниз, и там уже нормальная дорога, которая нас выведет. Конечно же, зимой сюда подниматься невозможно, потому что здесь снег, большой снег. Ну, это вот пастбище, альпийские луга, очень красивая природа, настоящий зеленый цвет, туман, под нами леса, а выше нас уже только небеса. Вот такой у нас маршрут. Дальше мы вам еще кое-что интересное покажем. Большое спасибо за внимание.